Друзья, спасибо огромное за вашу поддержку, за ваше доверие. На канале уже 1000 подписчиков. Спасибо. Не думал никогда, не планировал. Так, начинал снимать скорее для себя. Да и сейчас я по большому счету снимаю для себя. Единственное, что есть видео, которое я действительно стараюсь изучить вопрос до того, как снять. И в своем именно... в своем видении какого-то предмета я стараюсь рассказать о том, что я не нашел, что я искал именно в видео других людей, но что не нашел. Поэтому часто я, вот, допустим, рисую чертежи и прочие размеры, потому что часто бывает, что я сам интересовался чем-то и так и не нашел. Спасибо огромное вам за поддержку, за ваши пальцы вверх, и даже тому, кто ставит мне единственный палец вниз, часто на некоторых видео, вам тоже спасибо. Если я когда-то вас обидел, не держите зла. Продолжайте комментировать, продолжайте критиковать. Мы, в общем-то, для того и собрались, чтобы из каждого какого-то видео почерпнуть именно то, что полезно лично нам. Либо исправить именно ошибки другого человека. Но давайте не будем переходить на личности. Единственное, вот, что прошу, мы все взрослые люди. Всегда в любом споре можно найти компромисс. И часто бывает так, что те люди, с кем мы больше всего и сильнее всего спорим, потом, в общем-то, оказываются замечательными людьми, и с ними очень приятно общаться. Хочу еще добавить вот что. Я оставлю ссылку, не ссылку даже, я оставлю именно e-mail, но вы всегда можете написать комментарий. Дело в том, что вы, как многие знают, я вот живу в Канаде, и я думаю, есть многие вопросы, которые вот интересуют вас, как в Канаде, что... Ради бога, пишите, я с удовольствием объясню, я с удовольствием расскажу, я с удовольствием, если надо будет, сделаю отдельный ролик, сниму. В общем-то, секретов я особых не делаю, и поэтому, пожалуйста, пишите. Мне только приятно будет именно обратная связь, общение живое. Едем дальше. Спасибо огромное всем. Оставайтесь. Придумаем что-нибудь, чем-нибудь наполним контент. Единственное, не хочу снимать что-то такое, что мне самому не по сердцу. Попробуем что-нибудь интересное, всегда найдем. Всем удачи, не болейте, насладитесь небольшим видео о осеннем городе Сен-Ипполит.